Всем привет! Пришло письмо с интернет-аукциона «Мешок», город Новосибирск, КАЦ. У этого продавца я уже несколько раз брал, наверное, раз 5 брал. Проблем не было, все отлично. Очень много лотов выставляет с рубля по фиксированной цене. Классно, все нормально. Ну, это визитка ихняя. Их, точнее, не ихняя. Более 13 тысяч лотов. Ну да, там всегда больше 10. И выставляет большое количество. Постоянно выставляет раз в месяц, два раза в месяц. Также можно докупить по фиксированной цене. То есть доставка стоит 200 рублей. Как юридическое лицо отправляется. Перевод надо отправлять. Так, упаковано. Это у нас 93 год. Красная книга. Монеты новые, УНСИ, это кавказский тетерев и дальневосточный аист. Выиграл на торгах, получается, одна из них по 700 рублей. За 700 я выиграл, другая за 800. Ну, вот, только начал собирать, 93 год. Брал у другого продавца. Это у меня вышло меньше 600 рублей. То есть очень удачно купил у другого продавца. Выставлял он весь 93 год, 92, по-моему. Можно докупить по фиксированной цене. Все он объединяет в одну доставку. Да, монеты вообще отличные. Классные. Остальные монеты 93-й год ушли намного дороже. Не намного дороже, но дороже. Самая дорогая, по-моему, там медведь или очень дорого ушел. Но разница есть. Вот эти две и вот это. Хотя, в принципе, здесь просто патина более темная. Ссылку на продавца оставлю. Продавец классный. Быстро отправляет. Посылка получается первым классом. С Новосибирска до Питера. За 3 дня, по-моему. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Задавайте вопросы. По возможности отвечу. Пока-пока.